2 миллиарда 300 миллионов тенге вернули в доход государства правоохранительные органы Алматинской области. Это цифры за год. Также возвращено имущество на сумму свыше 4,5 миллиардов тенге. К примеру, установлен факт неэффективного использования средств нацфонда. Государство профинансировало проект компании, занимающейся поставкой кормов, почти на 600 миллионов тенге. Однако договор купли-продажи был расторгнут, и заемщик возвращать полученные деньги не стал. Растратили бюджетные средства и в социально-предпринимательской корпорации ЖТСУ. СПК незаконно субсидировала сельскохозяйственную компанию на 1,5 миллиарда тенге. Сотрудников госучреждения подозревают в превышении полномочий при изъятии земель с завышением выкупной цены на 1 миллиард тенге. В течение года нами выявлено более 60 тысяч нарушений законности. Практически из них 99% устранены в ходе проведенной проверки. Кроме того, по результатам проведенной проверки прокуратуры области возбуждено 59 уголовных дел, привлечено за коррупционные правонарушения около 100 должностных лиц. Из них имеются также должностные лица районного и областного звена.